болевые качества и физика, кондиции сохранились. Супер-супер спасение Руслана Пилецкого. Тащит из правого угла этот удар Руслан. Красивый момент за воротами. Денис Пархоменко, какая-то женщина снимает на мобильный телефон удар швейцарца. Будет ли он голевым? Пархоменко! Выручил, женщина сразу телефон убирает. Нет пенальти при контакте Туханцева и Андреева. Но момент будет. Брандуй, супер сейв! Пометочку, пожалуйста, Руслана Пилецкого. В концовке первого периода за 2.29 до его завершения. Руслан Пилецкий, герой эпизода. Рядом с ним уже Владислав Горбатенко, врач саратовской «Дельты». Она повторяет чудо-сейв Руслана Пилецкого. Предугадал действия бренда. Соглашусь с утверждением, что с песка тяжело здесь было пробить. Мяч еще и нырнул в ямку.